Вот уже третий месяц практически вся наша жизнь онлайн, и даже детский праздник, мастер-классы, танцы, веселые песни, игры и слова поздравлений в адрес ребятишек – все через экраны гаджетов. Я хочу вас поздравить с окончанием учебного года, с наступлением летних каникул и сегодняшним праздником – 1 июня, День защиты детей. Если весело живется, делай так. К поздравлениям присоединились родители, приняли участие во всероссийской онлайн-акции «Долгожданная встреча». Ее суть – рассказ о впечатлениях и эмоциях, пережитых во время первой встречи с собственным ребенком. Добро пожаловать в нашу семью, доченька. Теперь нас четверо. Сегодня забрал свою доченьку, мое маленькое золото. Я вспоминаю тот день, нашу первую встречу, и не могу поверить, что через 2 месяца нашей малышке будет 4. Не совсем традиционно, но все же не онлайн прошло мероприятие для тяжелобольных детей. Так, во дворе детского медицинского кластера прошел праздничный концерт. И пусть его можно было лицезреть через ветровое стекло, лучик счастья детям был обеспечен. Желаю вам всем счастья, добра и хорошего настроения. По словам родителей тяжело больных ребятишек, а в этом медцентре лечатся дети с диагнозом рак и COVID-19, положительные эмоции для виновников торжества сейчас не менее важны, чем терапия и свежий воздух. Никита Ермаков, Илья Халяпин. День с толком.